Давайте разберемся, зачем C++ потребовалось два типа файлов. Файлы с кодом содержат основное содержание вашей программы. Зачем потребовались заголовочные файлы? Для того, чтобы это понять, рассмотрим следующий пример. Пусть у нас в программе есть два файла. Это foo.cpp и foo.bar. В каждом из этих файлов определена функция, соответственно, foo и функция bar. Эти функции, функция bar ничего не делает, функция foo просто вызывает функцию bar. Так как это два разные файла, то их компиляция будет происходить по отдельности. И когда компилятор будет читать файл foo.cpp, то, встретив вызов функции bar, он не будет знать о том, что эта функция определена в каком-то другом файле. Поэтому компиляция этих двух файлов приведет к ошибке.